Yeah.
Yeah.
Будет края, будет земля меча. И не сразу, не вдруг, но забыл, что иначе. На работе ночей, с пилотуами ночей. И со временем, всем краям, не осталось зря. Сколько лет пути, во сколько ты, как моя
Thank you.
Come on.
получить в лицо от Евгения. Этот враг сломал Женьке руку. И он играет два концерта уже со сломанной рукой. Поблагодарите его. Еще достойнее больше. Довольно смело. На этой земле видно то, творилось. Oh!
Thank you.
Thank you.
ударить куда? Куда ударить это? Если есть, вы в зале, подойдите ко мне сейчас, я вот спущусь, а то он ее ребенок плохо. Спускайтесь, если есть, вы на самом деле. Если есть, то доктор, подойдите, пожалуйста, туда. Хочу поздравить Старый дом с годовщиной. Сегодня праздник. Дай Бог вам долго существовать, процветать. Благодаря вам. Вот. Спасибо Старому дому, короче. Также еще просто милостиво попрошу, мы споем всего лишь одну песню, потому что у Женьки все-таки рука сломана, он уже два концерта отыграл. Это просто болит у него. И еще Елена Клопа стала, тоже вот, такая тема. Так что одну песню. Простите, великодушно. Thank you.
моя жена, ее зовут Оля, у нас хороший сын. Александр. А ты именно, на самом деле, хочешь тебе выпустить? Мы его так любим. Как хочешь. Юрец. Юрец, сегодня был концерт Алисы, и мы там чуть-чуть зажгли, чуть-чуть. Ну, ты понял. Да, кто меня зовет? Ах ты полупидорок. Сейчас, сейчас приду. Юрец. Сегодня был концерт Алисы, по-любому. Серьезно? Да. Тебе понравилось? Скажи честно. Да. Сегодня Алиса был хороший концерт Алисы. Не то, что знаешь, некоторые. Знаешь, кто на Алисе понравился? Саид. Он сегодня был там. Он а мне знаешь, что был... понравился на Алисе? Он не отбывал номер, он просто был там. Он не отбывал номер там, он был там. Ну вот. Да. Это был Саид, это был Саид. Тебе чего, мальчик? Ганда прикольный. Из тех времен. По-любому. Человек из тех времен. Прикольный. Согласен. Можно у тебя взять себя? Можно интервью взять? Да, интервью как бы. Ну, вообще, скажи честно, как тебе концерт Алиса? Алиса, как реально как бы? Да. Тебе понравилось? Само собой. Ну, главное впечатление. Впечатление офигенно. Андрей, Юрий, Юрий. Ну что ты, Адриан, капот? Это что там? Юг, блядь, было пиздец. Шкиды, блядь. Чижик, я вижу отсюда. Ты глазастый. Да, у меня есть глаза. Андреечка, ты глянай. Что, в Никинчик сегодня выступил? Нет, но у нас таких всего три в городе. Только что будет. Надо было ему кинуть. Блудил, блядь. Я знаю, шикарно. Я вижу, сударь, вы любите видеокамеру. Он потерялся. Возьми его. Оля! Кротов! Ну не доедут, мне уже пятый раз снимать. Улыбочка! Ой, я тоже. Может ты меня? Ты меня, не камера, так сделала. Я.